Как давно не виделись. Я не залазил. У меня палец вылез сейчас. Через честно, что не делаем, да, спать хочется. Ну, вообще. Ну, так, Сана, садись, да. Не хочешь еду, пацаны, просто вот так все. А я еще, знаешь, как это в борьбе типа ниже опускаешь, что он делает? Я его просто выталкиваю штрафной. Вот так вот только, а так ну, вот да, если так, с ним, если невозможно, с ним, он все выиграет. Ну, в Хейле, когда были солдаты, где бы пытался держать. Короче, он Дюбу держит, и тут ты вот так в него уперся, и вот так вот в землю. Дюбу просто, короче, придавил, и не прыгая, даже вот так вот ударил и забил. Нет, тебе, мне кажется, комфортно обратно. Ну да, он когда его, он говорил, что если кто-то вот трогает, и вот то так ему еще легче. Да, да. Рукавин, Глебов, Круговой, Пеняев. Садятся на стулья. Мячи только не трогайте, пожалуйста. Во второй ряд посередине Гунёв, Латышонок. С этой стороны, от центра, краю называю, Мостовой, Садулаев, Адамов, Пруцев. Кто в первом ряду сидит, на пол стульчика вперед выдвиньтесь, пожалуйста. И можете под девку спрятать, кто торчит? Прикинь? Да нет, я попросил. Я попросил. Я попросил. Бог, знаешь, вот так вот. Он жидкий. Раз сказали, что чудо. Перемещается. Так, Лечи, поднимись, пожалуйста, вот сюда. Так, второй, третий ряд. Ручки за спину. Убираем. Внимание. Все, спасибо. Очень быстро. И кола, кола, ты готов? Поехали. Начал на мара Луиза. И Ники. Один на каждый манекен. А, это далеко для тебя, блин. Bravo. Okay. Ok, Max. Ay, bravo. Ты не одна, я сестра. Давай, Антон, ты можешь. Алло, Антон, эй! Давай, готов! Включи голова!
Хорош, пьюка, мой друг! Да? Да. Все, закончили. Еще солнце надо, да? Говорит, 11 жировая у него будет, если еще с буря. Это невозможно. Объективно невозможно. Понял. На машине? Невозможно. Что, в ноябре? Почему невозможно? Возможно. Он два месяца есть не будет вообще. Даже в ноябре ты что? Нет, так я, наверное, тяжелее будет, потому что месяц. А до ноября, наверное, сможет. Месяц, да. Хотя, на самом деле, когда 14-15, легче тебя. Да, конечно, вообще. Знаешь, как хорошо. Не, имею, а выше пойти еще легче? Да, вообще легче. Это нормально. Сколько было? Правее, правее, ниже. Вот, ниже. Ну, это он... Ну, куда? Ну, туда вот. Теперь никак он расположен. Ну или с Австралии, ладно, с Австралии. С Австралии. Вот туда надо. Вон туда-то потом. Да кого? Да вон Серега хочет так. Нет, ты как Серега хочет, спасибо. Скинь. А? Я так и знал, я знал, почему ты подошел ко мне. Нет, здесь просто... Донешь кепку, надень. Самая большая грязь. Кепку задам. Ну пойдем. Куда тыкать надо? Че тут встали? О, блядь, при... Да, ну, положи музыку. Угадайте, кто шутник. 5 секунд. Давай. Че, он в Крым еще? Что? Спасибо, да? Что делаешь? Смотрю, сколько нам лететь. Далеко. Настройся на приятный полет. Всегда? Можно поспать. Всю ночь лететь. Супер. Спасибо всем, кто был рядом с нами. С другой стороной. По этой? Да. Да. Нормально. Нет? Ты нажми на кнопку, ты, он не лепится? Не лепится. Ну, нажми на кнопку. А вот! Есть. Правда, что, Барни? Мы разобой 767, компания «Азор». Меня зовут Александр, я старший бортпроводник. Я имею в виду, все возможно, чтобы сегодняшний полет был приятным для вас. Уважаемые гости, безопасность вашего полета... Thank you.
этого города 8,5 миллионов жителей. Да, 8,5 миллионов. Вьетнама 100 миллионов жителей. Да, 108, да. В городе много мопедов. Много байкер, да, мопед, я скутер. Обратил внимание, там да. Было аэропорт, очень много стояло. Да. Обувь, тапки, так. И электроники, вьетнамки, да? Да, вьетнамки, техники. Ну, и собирают мопеды, машины собирают тоже, да. Телевизор, холодильники и много товаров на спорт. Да. Обрабатывать сельскохозяйственные продукции.